4 жовтня 2021 року, у день, коли Кендзо Такада залишив нас біля підніжжя гори Фудзі у маленькому селі, яке Кендзо відвідав 2 роки тому, було проведено поминальну церемонію, яка поєднала місця, які були особливо дорогі Кендзо. У відеоконференції прийняли участь представники з Тайваню та України, 2 місцями, де були виставлені ляльки Окіагарі Кабоші, а також з Франції та Іспанії. На церемонії був показан ролик зі Славутича, підготовлений нашою телекомпанією. На 81-му году в Париже от коронавируса умер Кендзо Такада, основатель модного бренда Кендзо, лучший японский модельер Европы, автор почти 8000 дизайн-коллекций. Кендзо был первым японским дизайнером, который достиг успеха в Париже. Он устраивал модные показы в Нью-Йорке, Токио и других столицах мира. А его визит в Славутич стал незабываемым событием в истории нашего города. Мы приехали в Славутич, чтобы понаблюдать за развитием проектов Kids Guernica и Окиагари Кобоши. Состоялся концерт, который начался песней «Фурусата». Это японская народная песня, услышав которую, я вспомнил родину. И сердце сжалось от воспоминаний. Потом украинские дети порадовали своими танцами и песнями. Выступил и талантливый юный скрипач Илья Бондаренко. Аргентинская оперная певица Натали Ле Мерсье, которая специально приехала в Славутич в рамках проекта, исполнила арию из оперы «Мадам Баттерфляй». Поездка в Славутич превзошла все мои ожидания. Радостно было наблюдать, как люди стараются ради своего города и ради своего будущего. Там очень тесные родственные связи. Сам город показался мне одной большой и дружной семьей. Там остро ощущаешь, есть ради чего бороться дальше. Меня принимали очень радушно, и не как официальное лицо, а как родственника или друга. Дети из Славутича подходили и рассказывали о своих посланиях людям в Фукусиме, которые они отправляют вместе с Кабоши. Это было очень трогательно. Помним, сочувствуем, скорбим.